Олимпийского центра «Керамет» Натальи Ивановна Чирыева у нас сегодня в гостях. И я, готовилась к эфиру, прочитала фразу «Дети с телами стареющих взрослых». Меня, прям, честно говоря, напугала эта фраза, но я так понимаю, что она не просто так сказана, да? То есть, что здесь в первую очередь имеется в виду? Но все-таки, когда у нас лишний вес есть, вот эта избыточная жировая ткань, она, к сожалению, она влияет и на структуру кожи, и она, как провоспалительный момент, она, это хроническая чак воспаления. И эти дети, если мне что-то кажется, что ребенок кушает такое, вроде бы как здоровый, но на самом деле очень много проблем со здоровьем, и очень часто эти дети в 10